Друзья, привет вам. Когда люди орут друг на друга, например, родители на детей, или дети на родителей, или муж и жена между собой орут друг на друга, давайте заранее договаривайтесь, что это вы пар выпускаете, чтобы не ссориться потом друг с другом и не приходилось все время извиняться, извиняться, извиняться. Ну, это же такая культура. Договорились. И поэтому мир сохраняется. А когда не договорились об этом и забываете об этом, все время ссоримся. Да, это очень серьезно. Договаривайтесь друг с другом, если хотите мир сохранять.